Вітаю вас. У 83 роки тричі на тиждень тренуватися у спортзалі, а влітку штурмувати Ельбрус – це спосіб життя рекордсмена Книги рекордів Гіннеса Володимира Моногарова. Володимир Моногаров, 83 роки, доктор біологічних наук, професор, альпініст. 63 роки поспіль ходить в гори. Ставить за мету на своє 85-річчя знову підкорити Ельбрус. Пане Володимиру, багатьом би із нас хотілося б мати таку чудову спортивну форму і таке здоров'я, як у вас. Що для цього треба робити і як треба жити? Спасибо большое, что вы так оценили меня. Но я хочу сказать следующее, что цель каждого человека – быть здоровым. Потому что это самое большое богатство – здоровье. А здоровье создается многими факторами. Но основными – это первое – обязательные физические упражнения или прогулки на свежем воздухе. Хотя бы 3 раза в неделю по 5 километров – пройтись по берегу Дніпра или там по скверику и так далее. Ходить в тренажерный зал, если есть возможность. Есть возможность ходить в фитнес-центр, плавать, ходить в бассейн. То есть двигаться. Движение – это жизнь. Это самое главное. И, конечно, сопутствующее – умеренно питаться. Соблюдать водный режим и пить качественную воду. Не злоупотреблять алкоголем. Не злоупотреблять, я говорю, что не... А вы выпиваете, ну, зрідка? Сухого вина немножко можно и даже полезно. Вот. И иметь хорошие мысли, делать добрые дела. Вот, и иметь хорошее настроение. И самое главное, регулярно двигаться, как бы плохо вам не было. Даже если у вас что-то болит дома, обязательно дома сделайте физические упражнения. А скажіть, наявність великої ідеї, наскільки вона оздоровлює і дає можливість рухатися вперед надійніше? Ну, цель в жизни у каждого человека – это как можно дольше прожить и радовать своих родных и близких тем, что ты живешь и можешь им каким-то образом помогать. Поэтому цель, конечно, движет всегда человеком. Без цели вообще невозможно. Я себе ставлю цель, допустим, на следующий год зайти на западную, восточную вершину Эльбруса. Это заставляет меня ходить в этот замечательный фитнес-центр, тренироваться 3 раза в неделю, хожу как на работу, выполняю целый комплекс упражнений. Ко мне здесь прекрасно относятся энергетически, молодежь воздействует на меня положительно, я набираюсь энергии, одухотворяюсь, восстанавливаюсь и не только себя угнетаю, утомляюсь, а восстанавливаю духовно, набираюсь энергии. Вот. І таким образом двигаюсь к своей цели. Ну, але стосовно рекордів тут питання спеціальне. Ну, рекорди тому що, это, тому що да, правда да, життя. Да, тому що рекорди, ребята, рекорди это не цель. От, допустим, рекорд Гіннеса горошиной прокрутить носом 5 км по шоссе. Ну, это как дикий какой-то рекорд, вы понимаете? Маразм самый настоящий. А рекорд это для себя, это как можно дольше прожить и быть здоровым, не быть обузой для себя и для своей семьи. А вот скажите, как же начать вот этот долгий шлях у здоровья, довголіття? Які кроки? Каждый человек должен начинать ходить на тренировки, грамотно питаться, не нарушать режим, то есть не курить, не пить, там, не злоупотреблять различными излишествами и даже в тренировках, понимаете. То есть вести здоровый образ жизни. И самое главное, допускать хорошие мысли и делать добро людям.